пушистый снег валит на улице. Прямо шикарный. Посмотрите. Красота ведь, правда? Просто нас заваливает и засыпает. Хлопья просто обалденные. Они большущие. Птички сидят, тоже думают. Заснули, наверное, на веточках. Ой, вороны. Березка спит. А с этой стороны вообще красота неписанная. Вот она, зима-то, зимушка белая. Снегопад. Снегопад. Зато все белым-бело. Просто девственно. Не то, что когда растаяло, все было черным-черно и грязно. А сейчас белым-бело и чисто. Сегодня на обед варится розовое пюре. Розовое это в смысле с добавлением морковки. Ну и варится филюшка. Хочу сделать запеканку и салат с филе, чесноком и ананасом. Всем привет. Сколько стоят тут что, светильники? Лампочки. Что, выбрал что-нибудь? Цоколь 27, ватт 20. Вот такие у нас были, нет? Дай что-нибудь там еще поснимаю, похоже. Здравствуйте. Что тут стоимость? Кстати, вам вот это понравилось, растевочки, да? Вот оно, удлинитель. Удлинители. Розеточки. Фонари, прожекторы, стоимость. Плафоны, светильники.
Это надо в щитки уже тут. Инструмент. Цены. Фонари. Люстры. Стоимость шкафы, распределительные, что тут еще есть? Подсчетчики, шкафчики. Всякие тут штучки-дрючки для электричества.